Привет! Триборн! Сегодня мы с вами посмотрим пятую часть реалистичного Undertale. Надеюсь, она выходит не спустя полгода, как выходила четвертая часть. Я просто ее записываю через месяц примерно. Не знаю, когда она выйдет. Но, погнали, короче, посмотрим. Уверен, будет офигенно, как обычно. Привет! Здорово! Класс, я-то думал, хуже уже некуда. Тут я бы, хотела бы кое о чем попросить. Чё ты? Ну-ка, что ты хочешь, на свидание? Да, такой застенчивый. Ну, я сейчас в повседневной одежде, так что у меня другой характер. А, типа, понятно, на нее одежда так влияет. Биполярное расстройство? Круть! Это теперь тоже другой? Я люблю тебя! Значит, нет. Нет, он не так, он же в той же самой одежде, ты чё? Можешь доставить это письмо доктору Альфис? Почему я не сделаю это сама? Я тоже не понимаю, почему ты не сделаешь это сама? Я ничего не спрашивал, и нет. Похоже, что ты теперь пацифист, дитя. Вот листочки для твоих дел, а также сельдерей для... Он что-то как-то пацифист, но все равно какой-то грубый очень, да? Да, но обычно я использую морковку, а не сельдерей. В смысле, зачем писать морковкой? И сельдереем тоже? Во-первых, сходи на свидание с Андайн. Ага. Да че? В смысле, она же даже не позвала ее. Ну все на свиданиях повешены. Ты смущаешь меня! В смысле, даже не пытался. Затем доставь ее письмо, Альфис, а потом... Прикольно, слушай, смотри, она сначала сходит с ней это на свидание, потом он сделает ей же свидание с другим человеком, что-то как-то немножко странно. Приходи ко мне, и мы повеселимся. Этого в списке не будет. Ни в коем случае не читай письмо, которое... Так-так. Что там написано, дитя? Бла-бла-бла, что-то про язык Андайна и Альфисовскую... Хватит, ты меня позоришь! Ну потом встретимся у меня, окей? Так он же тебе только что это позорил. Хотя на самом деле, что здесь позорного, это же как бы чувство, все нормально. У меня есть выбор. Ты мог бы затусить со мной. Да, я приду. Привет, как ты сюда так быстро попал? Ну что, ты готов потусить с Андайн? Почему ее дом похож на зловещую рыбу? Потому что она рыба, что очевидно. Господи, ты что, идиот? Учим. И чего? То, что она рыба, и что надо сделать, и то, что такой же дом в виде рыбы? Пидно слышать, это от тебя-то. Вот, Андайн нравится это. Так. Что такое? Это тухлая, тухлая рыба? Фу, какая мерзость. Что ли? Упс, не тот подарок. Вот это. Это даже хуже. Не? О, не, не, а я хочу такое. Тоже дайте, подарите мне фигурку. Давай покончим с этим. О, привет, Папирус, пошли. О, это же безмолвое дитя. Теперь я нервничаю и волнуюсь. Что ты нервничаешь и волнуешься? Ты как бы сама позвала его на свидание. Упс, я только что понял, что мне надо в туалет. Огромная какашка идет на выход. Да. Откуда? У тебя даже нету этого пищевода, как минимум, нету желудка, кишечника и всего остального. И Андерсон, наверное, я тоже. Я не забыл, дитя принес тебе вот это. Спасибо. Тебе не понравится такое? Не нравится. Да, я так и думал. Она тогда принёс? Положу её к остальным. Так, мы с тобой подружимся, теперь ты мое поле боя. Так это потому там лежит труп? Упс, ну вот, так вот. Сразу не успела его сжечь. Мы станем друзьями. Я тебе скажу, что мы будем делать. Я очень усердно буду скрывать свою неуверенность в себе. Класс, вот такие девушки мне и нравятся. Присаживайся. Куда? В аквариум? Нет, на стул, гений. Так ты мне его дай сначала. У тебя гости бывают? Не особо часто. Правда, я думал, у тебя будут серьезные успехи с крупной рыбёхой. Типа много рыбы в воде водится. Да, очень смешно. А как ты парней цепляешь? Подходишь к реке, кричишь «ня», и рыба к тебе выпрыгивает? Нет, не так. Ты ходишь в магазин и смотришь на золотых рыбок? Кто самая красивая рыба, с которой у тебя... Шутки про рыбок хорошие. Дабл секс. Это личный вопрос. В поисках Немо для тебя типа порнухи? Это мое свидание, это я буду решать, что мы делаем. Так это ваше свидание обоих, LM. Не? А там что? Это моя комната, ботанам туда нельзя. И что ты там забыла? Я вхожу. Нет, не надо! Я вода? Я вчера прибралась. Сядь, наслаждайся моим копьем. Воу. Ты что, флиртуешь со мной? Мечтай. Ты флиртуешь со мной? Я уничтожу свою кухню, чтобы показать тебе свою личность! Да, у тебя кухня горит. Ничего не могу поделать, столько во мне личности! Надеюсь, если я продолжу... Какая-то слишком пылающая Тихо, личность. Ты у нас горишь. Что? Я сказал, надеюсь, ты сгоришь! А, ты смешной. Это да. Я серьезно. Ну и как ваше свидание, друзья? Смотри, какое пламенное прям вообще, все горит. Совсем не трогал себя в ванной. Всем насрать. Это правда! Это был худший опыт моей жизни. Здоров, чел. Господи, надеюсь, ты не хочешь на свидание. Нет, нет. С чего бы? Конечно, если ты сам не хочешь. Летающий гондон. Да почему все здесь одержимы свиданиями? И я не про тюрячку говорю. Я все правильно сказал, братки? Чего он сказал? Да почему все здесь одержимы свиданиями? И я не про тюрячку говорю. Чего бы говорил? Я все правильно сказал, братки? Правильно сказал? Ничего не понял. Где он? Все правильно, братка. Спасибо, братка. Откуда он тут? Сорян, братка, я был занят, братка. Больше не подведу тебя, братка. Ценю, братка. Увидимся, браток.
Что-то я его не помню, в предыдущих частях смотрел давно. Так вот, хочешь мой микстейп ценить? Я начинающий музыкант, понимаешь? Да, наушники это не выдают. Пошли ко мне домой. Я тоже в наушниках хочу, тоже это начинающий музыкант. У вас это тут норма, что ли? Отвечаю, я уже был в каждом доме этого подземелья. Да, но в моем-то ты не был. Спасибо, капитан очевидности. Суд заценишь. Потянет для списка хороших дел. Ты че, тип, Санта-Клаус? Я его подавану. Я подсупист. На следующей неделе он меня научит порабощать эльфов и не крадет саркастичные шутки. Это моя работа. Сорян. А я могу в тебя войти? Не в этом смысле. Ты же Близзард, да? Офигенно, ты поглянь. Ой, какая мерзость, сейчас его грохнет, по-моему. Ты чё, как будто бы из тебя арбуз лезет. Да что-то больно, чел. Представь, если я засуну в тебя свою руку и зажму какой-нибудь из твоих органов. А, это явно будет больно. Вот как оно по ощущениям? Когда я делаю так... Косыка. Тебе больно? Это называется пацифист? Вообще ни разу. А если вот так? Просто попрыгал. Конечно, он мразь. Выглядит серийно убийственненько. Ты серийный убийца? Так, к сожалению, нет. Помогите. Моя подруга. Актерское мастерство практикует в этой комнате. Да? Это почти на Оскар тянет. Ну давай, показывай свой крутейший микстейп. Окей. Так. Я его назвал «Баллада призрачного чела», типа. Какая херня. Очень эмоциональная песня, сейчас. Ага, есть такое. Во-во, ща, вот хороший момент. Такой же момент, как и предыдущий. Осуждаю. Дай покушать их, братиш. Осуждаю, блин. Ну как тебе? Слова крутые, бит приятный, эмоционально. Свежо. А, чего? Ну как тебе? Слова крутые, бит приятный. Она сосет? Она сосет? И эмоционально. Она делает сосай. Свежо прям. Новый музыкальный жанр, как по мне. Правда? Да, дерьмо. Буквально. Спасибо. Хорошо. Слова меня смущают, знаешь? Слова? Сейчас будут такие слова. Ну-ка. Вот это цени. Ну-ка. Это новый современный тренд. Сейчас называют это нераспериха через П. Это херня, короче говоря, как и предыдущая. То же самое дерьмо. Ща, я тебе файлы передам. Не, чел, спасибо, не надо. Отправлено. Пора сжечь этот телефон. Ну, я пока. Канал призрач, пока. Туда-сюда. Удачи с актерской карьерой. Помогите. Хорошая карьера, слушай, на Оскар явно тянет. Фу, нафиг, с улиткой, вообще. Что это вообще такое? Это реально. Привет, бесполое дитя. Ты же из него делаешь этот пирог, нафига ты ее сосешь? Как дела? Я скучала по тебе, а ты по мне скучал? Определенно нет. А, это прямо соединение. По мне так больше на пекарню похоже. Помнишь, ты меня для монстрограмма фоткал? На одной из них у меня аж 2 лайка. Один из них от Барри. А это Барри, кстати. Да. Он разговаривает, как этот... Дональд Дак. Да, да, я понял. Ему нравятся не только мои фотки. Или Даффи Дак, не помню. Ну, я раньше такой мог тебе найти парня улитку. Новый парень? Мы просто друзья. Любовники. Да, я вижу. Вот как изменились отношения в 2016. Ты должен себя хорошо вести, а если не будешь, то... Вести себя хорошо, да. Я понял. Так он так вроде себя хорошо ведет. Я умираю. Пока еще никого не убил. Привет, Барри, я бесполое дитя, приятно познакомиться. Ты что делаешь? Ты что творишь? Кажется, ты ему нравишься. Да, наверное, даже чересчур. Какая мя... Очень нравится. А что он весь сухой? Определенно понравился. Сын Барри сегодня участвует в гонке улиток. А есть гонка, где побеждает самый отвратный? Там Барри бы не просто победил, но еще бы обсосал и сожрал судей. Все зараз, еще бы рыгнул и пернул. Какая мерзость. Конечно же, он счел это за комплимент. Там призовой фонд 10 тысяч грабелей. Сын Барри победит, и мы поедем в казино в Вегасе, детка! У вас есть Вегас? Ну, я тоже хочу 10 тысяч грабелей. Сейчас вернусь. Так. Так, вот это пойдет. С этих пор тебя зовут Бесполая Улитка. Ага, отличное имя, сам придумал. Я тебя так жестко отренирую, что возможно кровотечение и смерть. Бедняга. Да, возможно, звучит так себе, но... А он что, понимает, вряд ли? Ты взгляни так, как на покемонов. Ты мой покемон, а я твой тренер. Услыхав свой призыв, не трусь, пока ты жив, понял? Это... Определенно да. Это ссылка на Рокки, что ли? Так стоит. Она с силой мысли ее, что ли, тянет? Что ты
делаешь? Отправляю это ФБР. Ой, слышала о них? Не слыхала. Нет, не слыхала. Какой увлекательный разговор. Надеюсь, вы все готовы. Потому что пора начинать. Я готов умереть со скуки. Чтобы участвовать в этой гонке, надо заплатить 10 тысяч и один грабель. Ты что, издеваешься? В смысле, типа... Чтобы выиграть 10 тысяч, надо заплатить 10 тысяч и один? Да ну вас так это... Воу-воу-воу, 10 кусков за участие? Ага. А приз 10 тысяч? Ага. Но за участие 10 тысяч и один? Ага. Ты понимаешь, что это неправильно? Ага. Согласен. Слушай, чел, у меня тут бизнес. Я чё-то... Хреновый какой-то бизнес, вижу, чел. Вижу, чтобы ты мои микстейпы покупал. Прощай, Вегас. Грустное селфи. А давай заплатишь 10 грабель. И какой приз? 9 грабель. Да. Какой в этом так смысл? Как ты не видишь, что это полный бред? А с финансовой точки зрения гениально. Нет, гениально, тебе никто не отдаст деньги. Ставьте улиток. Ну что ж, бесполая улитка, я в тебя верю, ты не можешь так проиграть. Нет, серьезно, ты не можешь проиграть. Если ты проиграешь, умрешь, я тебя раздавлю. Удачи, держись. Погнали! Не понял. Кто победил? А что такие быстрые? Не знаю. Окей, я валю. Это гениально. Хей, Ребзя, спасибо за просмотр этой части. Зачем музыку сменили? Следующий эпизод будет совсем скоро, ждать осталось немного. Эта музыка просто отстой. И надеемся, вы все еще ждете его. Вы угробили всю серию. Подписывайтесь на нас. Блин, это гениально, серьезно. Огромное спасибо неадекватам за озвучку. Это было, как обычно, очень круто. Если не смотрели предыдущие части, хотя бы, скорее всего, их смотрели, не будете же вы начинать с пятой. Посмотрите обязательно. И если соберется здесь достаточное количество просмотров, то обязательно продолжим смотреть реалистичный Undertale. Но если вам понравилось, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики и все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Reborn. Спасибо за просмотр. Пока!